Приветствую вас, друзья, зрители и подписчики моего канала. Как и обещал, видео про топ-5 лучших, сильнейших дзюдоистов, которые выступали в этом году по результатам этого года, опираясь на рейтинг международный и на результаты. И начинаем мы с представителя из Венгрии, Кристиан Тос. Это просто фантастический год для венгра. У него целых 5 медалей в этом году. Одно второе место, серебряная медаль в Анталии, он получил Анталия Джудо Гранд Слэм. И остальные 4 это третьи места, третье место на чемпионате Европы, на чемпионате мира, в Ташкенте и в Тель-Авиве. Просто прекрасный результат для венгерского дзюдоиста, лучший венгерский дзюдоист среди мужчин, это Кристиан Тос. И следующий представитель это Давлат Бабонов из Узбекистана, чемпион Азии 2021, вице-чемпион мира 2021. В этом году у него тоже уйма медалей. Он поднялся на целых 8 строчек в международном рейтинге дзюдо. Очень хороший прогресс Бабонов сделал. На мире очень уверенно отборолся. Вышел в финал, где уступил Николасу Шерезадишвили. Смог выиграть чемпионат Азии в финале, победив Мукайшу Ичиро. Также у Бабонова есть еще бронза на Тбилисском Грандслэме и серебро на домашнем Ташкенте Грандслэм. Фантастический год для узбекского дзюдоиста. Следующий представитель это грузинский дзюдоист Бекаури Лаша. Что про него сказать? Это чемпион Европы этого года, где в финале он победил Беку Гвиняшвили. Тоже очень хороший год для Лаши. Начал он его с бронзы в Дохе. Потом, буквально через месяц, в феврале, Бекаури выиграл турнир в Тель-Авиве, большой шлем в Тель-Авиве. Это очень хороший результат для него, потому что в финале он победил Николаса Шерзадишвили, номер один в мировом рейтинге, в весе до 90 кг. Николас чемпион мира сейчас. Также Бекаури стал чемпионом Европы, что очень значимо для него, тем самым он выбрал себе путевку на Олимпийские игры в этом весе от грузинской команды. К сожалению, Бека Гвиняшвили, скорее всего, не поедет на эти игры. Но на командном чемпионате мира в Будапеште получил травму Бекаури, и неизвестно, насколько она серьезная. Поэтому, возможно, он и не поедет на Олимпиаду еще в этом году. Следующий представитель это уже бывший чемпион мира Ноэл Ван Тент, чемпион мира 2019 года, до недавнего времени действующий чемпион мира, но он не поехал на защищать свой титул, он готовится на Олимпиаду, потому что он лучший нидерландский дзюдоист в этом весе, ему 30 лет, возможно, последний олимпийский цикл для него, последний шанс завоевать медаль. Он в этом рейтинге, он выиграл очень престижный турнир Мастерс в Дохе. В этом году, в начале года, в январе, победил в финале Беку Гвиняшвили очень красивым приемом, удушающим, похожим на перуанский галстук. Ноэл очень необычный дзюдоист, с необычной техникой, с хорошими навыками в партере, с зацепами, подсечками. И он из самых разнообразных в этом списке дзюдоистов. Thank you.
И следующий дзюдоист, испанец с грузинскими корнями, это Николас Шерезадишвили, который стал двукратным чемпионом мира в этом году. Впервые в истории Испании в 2018 он вообще стал чемпионом мира по дзюдо, а в этом году он стал впервые человеком, который смог стать дважды чемпионом мира. В финале он победил Давлата Бабонова из Узбекистана, которого мы упоминали ранее. Николас является единоличным лидером в весе до 90 кг по рейтингу дзюдо, по рейтингу Федерации дзюдо международной. И он действительно номер один. Все же грузинские корни дают свое знать. В честь Николаса названа улица в Испании. Это тоже можно отметить. Также он боролся в Тель-Авиве в этом году на большом шлеме. Как я ранее упоминал, он проиграл Лаше Бекури в финале. Ну что ж, друзья, это все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я читаю все комментарии, стараюсь отвечать. Спасибо вам за просмотр и оставайтесь на связи.